Ох ты, смотри, он меня рукой хочет. Есть, отдыхай. Что у нас здесь интересное происходит? Все. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру Walking Zombie 2. И сейчас нам нужно пойти, знаешь куда? Сейчас расскажу. Уезжаем, мы в открытый мир едем. Там нам нужно поговорить, поговорить. Давай в Спрингфилд сразу зайдем. Сразу зайдем в Спрингфилд. Да, у нас есть. О, с бензинчик, видишь, как тает. Так, входим в центр. Сейчас здесь разберемся уже совсем. Нам нужно поговорить с Люком. Идем до Люка. О, Люк, здорово. Ну, что там у вас есть, Red X? Конечно. Получай. А теперь, когда у нас есть лекарство, иди в подземелье и найди семена. Подземелье? Семена? Ух ты, очки умения. Забрать. А, ну, подожди секунду. Умение. 8 бесплатных очков. Аж, куда я хотел их использовать? Давай, в огнестрелочку. И еще, знаешь, куда? В здоровье. Раз, два, три, четыре, пять. И еще одно, да, у нас. А, ну давай, знаешь, куда? В огнестрелочку. Делали мы, да? Ну давай в торговлю. А, работа с отмычкой, давай. Все, теперь нормально. И сейчас, подожди, мне нужно к торговцу сходить. Угу. К торговцу. Посмотрим, что у него есть интересного. А тут сколько у него? Броня 16. Так, все запомнили? Броня 16. А, у меня тоже броня 16. Все нормально. Все хорошо. Сейчас быстренько я в дом забегу. О, риэлтор куда-то делся. Я у него, кстати, купил же дом, этот самый, с балкончиком. Сейчас я покажу, как он выглядит. Ага, где дом? О, вот большой дом, заходим. Так, вот тут патрончики выпали. Бинт. И еще у меня вот это вот выпало. Red X. Red X, он у меня создает от Red X. И газировка. Газировка. Сколько Red X этот стоит? Подожди секунду. Нифига у меня его сколько. Я его могу ж продать. Ладно. Идем. А какое там задание было? Сейчас я посмотрю. Нет, не то. А, вот семена надежды. Семена надежды. Отлично. Отправляемся. О-о-о-о. Здесь я не очень люблю в этом месте. Ой, не сильно я люблю это место. Зомбачье здесь. О, видишь, с двух раз. Ой-ой-ой, видишь, кусает уже. Гады. Да ё-моё. Не, подожди. Тихо-тихо-тихо. Тихо, нафиг. Все. Ага, кусается, смотри, гад. Таракан. Тараканы. Так, бабище. Аккуратно. Чтоб я ненароком. Так, давай быстренько. Сейчас этого убьем. И вот эту бабищу сразу. Все, заходим. И кто же здесь-то у нас будет? Ох ты! Промахнулся. Ах, ё-моё. Промахнулся, ты дурачок. Дурачок, ты промахнулся. А, гад. Ух ты, смотри, он меня рукой хочет. Есть, отдыхай.
Что у нас здесь интересное происходит? Все. Отдыхайте, молодой человек. А, я не туда пошел. Мне надо в другую сторону. А, через радиацию? А у меня штаны одеты, и мне пофигу. Опа. Ого. А у меня штаны от радиации, ребята. Мне пофигу. О-о-о-о. Да, стоять. Стоять. Все-таки мне надо будет этот применить. Red Ad Extra. Это устойчивость радиации 80%. А вот это мы используем. Использовать. Иначе мне будет вообще плохо. Плохо мне будет. Так, подожди. Блин. Они все сюда идут. Ну ладно, пусть идут. Ну а здесь вот эти вертушки, которые мне... Да, раз. Два. Да, конечно. Мне они постоянно эти вертушки уничтожают. Блин, а нафига тогда я принимал это лекарство? Лекарство зачем я принимал? Если вы, гады, меня заставили сюда идти. Да, жесть какая-то. И практически они меня сюда заставили идти, вот в это место. Умри, гад. Сколько у меня там? 76 здоровья? Все. Окучурился. Все, сдох. Так, излучение, аккуратно. На меня вот эти вертушки больше прибьют. Вот, видишь, чем излучение. Так, ну все, я пришел сюда. Что это было? 69% жизни. Идем смотреть, что здесь есть интересное. Откуда вы выползаете? Алло. Да ёпшки в моташки. Иди в жопу. Да ё-моё, ещё мимо. Иди, отдыхай. Ух ты, нифига. На эту лучше не наступать, на зеленую, а то вообще. Конкретно причем. Что мне тут надо было? Вот это вот, что это семена есть? Миссия обновлена, почините мост. Хорошо. Где мост? Какой-то труп валяется. А какой мост мне тут нужно починить? А, вот здесь, вот это что мост? 76 здоровья у меня. А здесь тоже нужно, да, здесь? Ох ты, подожди, алло. Подождите, надо. Мимо. Ты к башкой своей не крути. А им что, от радиации ничего не делается? Ну, все равно трупаки, да, как бы считается. Ага, тут ничего нет. Вот, мешок с семенами. Вот, миссия завершена. Семена надежды. Все, вернуться домой. А это что такое у нас? Охотный зомби? Не хочу. Возвращаемся домой. Все, 72% жизни у меня. Буду сейчас подлечиваться. Люк. Идем к люку. К люку, к люку. 72 у меня. Хорошо. Люк, привет. Как это выглядит? Да все нормально. Неплохо. Тебе нам нужны удобрения. А спустись под землю и поищи их там. Пища для травы. Удобрения, да, значит? Так, хорошо. Пища для травы. Ага. Это, я надеюсь, не в канализацию нам нужно спускаться. Ёшки-моташки. Почему все время это вонючая канализация? А, используем одну штучку, так уж и быть. 108 жизней, у меня нормально. Вот, видишь, ребят, сколько здесь. Ребятушки. Что ж вы меня так любите-то, а? Что ж вы меня так все любите? А, здесь же можно, по идее, как-то открыть. Нет?
Давайте по одному, ребята. По одному. Не все сразу. Видишь, на тебя патрончики не хватило. О, все, готово. Почините мост. Так, сейчас друга сразу вот этого. Опа! Прихлопну. Все, мост починен. Идем дальше. Открываем и смотрим. Убейте 10 зомбаков. Раз, два, три. О, сколько вас много. Раз, два, три, четыре. Ух ты! С первого раза ты не хочешь убивать, умирать. Ну и все, осталось тут 5 зомбаков. Да ты башкой не верти своей. О! Давай этого. Так, сейчас пока я перезаряжу, вы идите ко мне сюда. Есть один. И второй. Дальше куда? Сюда. А, вот опять зомбаки, смотри. Есть один. И второй. Нет, показывают идти сюда, в эту сторону. Хорошо. Сюда, так сюда. Опа, опа, два раза хлопнуло меня. Так, пока 108 жизней. Вау, 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 вау. Что ж ты будешь делать? Так, быстренько меняем оружие. Все, идите нафиг. У меня было 107, сейчас у меня вообще 93. Нормально, разве? Нормально. Что здесь? Мост чиним, да? Меняем оружейечку. Перезаряжаемся быстренько. Тихо, тихо, тихо. Ты достал меня уже, алё. Какой же ты непобедимый, а, слушай. А что такое? А, это есть земля, все нормально. А доставьте удобрение. Хорошо. Почините мост и... А, вот еще удобрения лежат. Вот они мне как раз и нужны. Забираем. Чувак, ты чё? А, доставьте удобрение. Еще удобрение? Сколько же этого удобрения-то надо? Вау, 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 подождите секунду. Бомбочка. О, готов. Секунду. Перезарядиться надо. Целую обойму на вас трачу, алё. Все, готов. Готовы. Ой, что я сделал, зачем? Не туда. Не на ту кнопку нажал. О, толстопуз. Меняемся. Фигушки. Нет. Так ты-то что сходишь здесь? Все, готов. Так, а что у меня здесь? Ничего нету интересного? Бомбочек каких-нибудь? Нифига нет. Зато, смотри, у меня есть ружье. А ну-ка. А ну, отскакивает все, интересно. Смотри, подожди сейчас. Фигня, короче. Нафиг она мне нужна? Да ёпшки-моташки. Иди нафиг. Иди нафиг. Да чё я сюда-то залез, а? Столько было много возможностей. Куда-нибудь в другое место, я сюда зашел, а? Иди нафиг. Столько было возможностей где-нибудь в другое место встать. Нет, Максим, Максиму нужно встать здесь. В самом неудобном месте. Все. Ух. Отлично. 65% здоровья у меня. Там не сильно много, конечно. Но сейчас будут подниматься. Я на целительстве столько дофига я потратил очков всяких разных возможностей. А, ну нифига, медленно учится восстанавливаться. А, нет, смотри.
поднялось нормально. А все. А, миссия завершена. Вернуться домой. Все, до свидания. Это что у нас тут? Охота на зомби? Не надо, не хочу. Все, идем домой. Смотрим, идем до люка. Люк. Люк. Все я сделал. Все отлично. Спасибо за все. Теперь мы можем начать выращивать еду. Ну давай, выращивай. Ага. Все. Алло. И чё? Спасибо за все. Теперь мы можем выращивать еду. Ну выращивай. Я тебе что не... Это сам. Смотри, что у меня получается. С мэром нету заданий. С этим чуваком что, просто вообще стоит. Дальше. Это тоже чувак просто бегает. У меня вообще заданий нету, что ли, получается? Я все задания выполнил уже в этой игре. Ага. Ладно. А у нас что-то на 35 уровне откроются новые возможности разговора с Руби. Видишь, на 35 уровне. А уровень у меня сейчас какой? 33. А как мне до 35 дойти? Извините. А, мне нужны задания. А заданий-то нет больше. Так, у этого тоже задания нет. Либо есть вариант, возвратиться на карту, уехать в открытый мир, да. Я в этом открытом мире, там, может, там что-то будет. Сейчас посмотрим. А то нифига себе, а что, последняя серия, что ли? Сегодня. Вот новая локация. Лес. Нет, мне нужно в центр зайти, посмотреть, что там в центре есть у меня. Продолжить. О, Билл. Так, а что Билл мне там хочет сказать? Все? Это ты со мной поговорил, что ли? Ага. А тут что за дед? Оп, смотри. А я могу тебя кое-чему научить. Значит, охотник на зомби. 300 монет. Ого. Вы получаете 10 серебряных монет за каждые 10 убитых врагов. Ух ты. Радио. У вас всегда есть актуальная информация о точке интереса. Компас. Повышает пределы вашего компаса на 25 метров. Это вообще непонятно для чего. Что это такое? Ладненько. Хорошо. Госпиталь. А, заходим в госпиталь. А где девочка вот эта, которая... Я ее послал сюда. Госпиталь. И что? Ага. Улучшение. Улучшить за 500. И что это будет... Типа каждый раз мне надо будет так улучшать, и что будет дается? А, исходное здоровье дополнительно добавляет. Вот мне неинтересно. Вообще неинтересно. За что заплатил, не знаю. Ну, вроде бы все. Никаких заданий вроде бы здесь нет. Ага, печаль, печаль. Тут что мы можем сделать? Тоже типа улучшить здание. Базовый уровень. Мгновенное улучшение 240. Либо улучшить за 40 минут. Базовый лагерь. Ну давай улучшим. Все. Не знаю, что это я улучшаю, но ничего страшного, если я там улучшу, ничего не будет. А, у вас ваши базы, лагерь слишком низкий уровень. Хорошо. Я уже 4000 заплатил, за что сам не знаю, за что. Ладненько. Все понятно здесь. Как бы. Вот здесь есть какой-то лес, но у меня нету бензина. Все печаль. И здесь только я 2 литра смогу забрать через полчаса. Ну что ж, ладненько, на этом мы заканчиваем эту серию. Не знаю, может быть, она вообще и последняя. Но я буду заходить сюда на эту игру и смотреть, может, что-то новенькое будет открываться. Может, какие-то новые задания будут даваться, не знаю. Ну, а пока, в принципе, заданий я нигде не вижу. Заданий больше нет. Вот как бы, как-то так, дорогие друзья. Ну что ж, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!